Цветочный дизайнер Шейн Коннелли привык к стрессу. Он оформлял композиции для свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Вестминстерском аббатстве и Букингемском дворце. Сейчас оформляет территорию собора в городе Кордова на юге Испании. Его композиция «Море гвоздик» станет частью ежегодного фестиваля. Дело в том, что это место уже само по себе совершенно. Я хочу лишь дополнить его, добавить то, что подчеркнет исламскую архитектуру и христианскую историю. Ведь это место поклонения. Это не то место, куда я должен поместить свое эго. В цветочном фестивале соревнуются 5 именитых дизайнеров. Бюджет у всех одинаковый. Отличаются лишь локации. Это работа дизайнера из Дании. Называется «Пора двигаться дальше». Автор говорит, что настало время оставить пандемию в прошлом. Мы верим, что эта инсталляция созвучна с настроением людей, с их желанием оставить темный период позади и двигаться вперед. А эта композиция с помощью цветов, ароматов и вкусов рассказывает о внутренних двориках Кордовы. Испано-арабская концепция идеального мира. С помощью зеркальных скульптур мы создали возможность для посетителей увидеть в них свое отражение. Цветочный фестиваль не проводили 2 года из-за пандемии. В этом году его тема – сила. Победителей будет выбирать международное жюри. Размер 2 главных призов составляет 25 и 10 тысяч евро.